Thank you.
Это первое. Второе. Попа прямо напротив кольца. То есть не так. Не так. Попа напротив кольца. Сели и сидим. А для того, чтобы зависит уже от тренеров, кто-то хочет, чтобы игроки шли куда угодно, но не в лицевую, а кто-то наоборот хочет, чтобы шли не в центре. Наш тренер в этом году хотел, чтобы мы всех пускали в лицо, соответственно, не в центр. Для этого он говорил, не требуется никаких навыков, единственное, что необходимо, это просто желание. То есть надо сильно захотеть и не пустить. Соответственно, стойка параллельная, попа напротив кольца, одна рука на талии, голова на уровне плеча, которая ближе к середине, левая рука 90 градусов, перекрывает передачу. Если она делает жест в эту сторону, соответственно, два варианта. Либо я отпрыгиваю назад, либо я отхожу назад. Как только джеб идет, джеба нет, возвращается в позицию стороны грозы, то же самое. Либо два шага, либо на прыжку. То же самое зависит от тренера, то есть это как ваш тренер хочет. Минус на прыжке заключается в том, что как только я напрыгиваю, в этот момент игрок может обыграть меня на противоходе. Поэтому многие применяют просто два шага. Но в этом году у нас требовали на прыжку. Вопросы? Так, и еще одно. Если мяч внизу, мы защищаемся так. Как только мяч идет наверх, одна рука сопровождает мяч, вторая идет на груз. То есть раз, два. И мы делаем опять же либо напрыжка, либо два шага. Рука на груди для того, чтобы если мяч опускает вниз, я его убиваю. Соответственно, мяч вверх. Раз. Разделились на пары, у меня будет мяч, как только я занимаю верх, я занимаю верх. Когда мяч снизу, что надо сделать? Сопровождаем это раз, два, Подход обязательно? Да, 10-15 сантиметров движения.
Летит баран.